Если листья вашего чеснока желтеют, посмотрите наше видео, ведь из него вы узнаете о том, как можно бороться с данной проблемой. Пожелтение чесночных перьев допустимо осенью при уборке урожая, однако в весенний период этого быть не должно. Листья чеснока должны иметь изумрудно-зеленый цвет. Ведь окраска перьев – это показатель количества накопленного в них хлорофилла. Из уроков биологии мы знаем, что это вещество обеспечивает нормальное протекание процесса фотосинтеза. Хорошее усвоение солнечного света способствует обогащению клеток растений питательными веществами, благодаря которым впоследствии у чеснока вырастает большая и крепкая головка. Поэтому, если вы хотите получить качественный урожай, не допускайте пожелтения листьев культур. Листья желтеют вследствие некоторых причин. В основном это происходит из-за дефицита азота, магния и серы. Чтобы помочь нашим растениям, эти элементы необходимо внести дополнительно в виде подкормки. Для этого 20 граммов аммиачной селитры и 20 граммов сернокислого магния тщательно растворяем в 10 литрах воды. Готовым удобрением необходимо пролить бороздки между грядок и сразу же их заделать. Так питательные вещества достигнут корней, которые находятся на достаточной глубине в грунте. Уже через 5-7 дней проявятся первые результаты. Для их закрепления подкормку можно повторить через неделю.